каждом военном округе есть свои армейские спортивные клубы. Немало выдающихся спортсменов воспитано в Центральном спортивном клубе армии. Капитан Юрий Литуев, многократный чемпион и рекордсмен страны, заслуженный тренер СССР. Младший сержант Анатолий Казаков и старший лейтенант Василий Анисимов, заслуженный мастер спорта, лучшие барьеристы страны. Молодые армейские спринтеры Валерий Богушев, Александр Лебедев и его брат Михаил, они кандидаты в сборную команду страны. Их тренирует Зоя Петрова, заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер СССР майор Сергей Кузнецов, чемпион страны первых послевоенных лет, передает свое мастерство молодежи. Константин Смирнов, победитель всесоюзных юношеских соревнований. Майор Феодосий Иванин, заслуженный мастер спорта. Он тренирует сильнейших армейских марафонцев. Более 20 лет назад, вот на этом подмосковном шоссе, знаменитый бегун Феодосий Иванин завоевал звание чемпиона страны на марафонской дистанции. Впереди много километров трудного пути.